Бизнес-план на победу. Чемпион Олимпиады для любителей Сергей Мишкин вернулся из Канады с целым ворохом наград всех достоинств. Успешный предприниматель теперь золотой биатлонист и признает, что сознательно докатился до пьедестала почета. Ведь на лыжне решил действовать как в бизнесе, просчитал успех и не промахнулся. Екатерина Деменчук встретилась с победителем в офисе и на спортивной базе. Выходных у Сергея нет. Он и в эти дни работает над собой, на лыжне. В 40 лет спортивная жизнь только начинается, решил екатеринбургский бизнесмен и замахнулся на Олимпиаду для любителей. Со всемирных игр в Канаде Сергей Мишкин привез полную коллекцию медалей. Золото, серебро и бронзу. Свой триумф чемпион объясняет грамотной подготовкой. В любых соревнованиях очень важно бежать и стрелять, и делать все, как на тренировке. То есть не стараться делать, там, показать высокий результат, что совсем не думать о том, что нужно стрельнуть очень точно. К олимпийским наградам Сергей шел с 12 лет. Именно тогда он начал заниматься биатлоном. В 20 уступил лыжню другим, но еще через два десятилетия вновь вернулся в большой спорт, чтобы подготовиться к играм для ветеранов. В успех этого предприятия мало кто верил, но биатлонист-любитель не опускал руки и винтовку, а следовал собственному бизнес-плану. Он же предприниматель, поэтому знает, чтобы чего-то достичь, нужно поставить одну главную цель и много маленьких. Любой бизнес – это же прежде всего вызов самому себе. Точно так же, как и в спорте. Если, например, 10 лет назад я весил 97 килограмм. И поэтому там, для меня идея вообще поездки на аналогичное соревнование 10-12 лет назад была сравнима с полетом в космос. В бизнесе, как и в спорте, коммерсант начал с малого. Ныне директор тюнингового центра когда-то продавал на рынке автоаксессуары. Что в предпринимательстве, что на лыжне, нельзя просто взять и поехать. Нужны желание, терпение и время. Желание заняться тюнингом автомобилей у меня появилось еще с раннего детства, когда я там тюнинговал свои собственные велосипеды, делал их как-то, чтобы они отличались от всех остальных. Занятие спортом как раз это то, что помогает мне достигать результатов в работе. То есть это одна из тех бизнес-целей, которые я себе обозначил и, соответственно, ее реализовал. При таком подходе людям всегда катит. Даже в победных соревнованиях, считает олимпиец, он получил подарок судьбы в виде счастливых цифр. В биатлонной эстафете наша сборная бежала под номером 4. Такой же было у российской команды и на зимних играх в Сочи. В итоге лидерство с 10-минутным отрывом. Даже экстремальные условия не помешали. Разница во времени минус 10 часов от нашего уральского времени. Не так просто было вписаться в тот временной режим. Во-вторых, это экстремально низкие температуры. Все три гонки мы бежали при температуре минус 17, минус 18 градусов. Каков будет его следующий спортивный проект, Сергей Мишкин пока не знает. Но сходить с дистанции не собирается. Ведь, почивая на лаврах, потерять звание чемпиона и в биатлоне, и в жизни очень просто. Екатерина Деменчук, Влад Колупаев, Андрей Снопиков. Новости 41 канала.